Но новый маршрут, давай. Стой, 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 стой. Что-то мне кажется, что мы туда можем не выехать. Что-то я в этом уверен. Давай я выйду, чтобы легче было машине. Давай, давай, Руслан, да чтоб ты не обосрался. Так, Геленваген. Вон колонна вся красиво тут. Геленваген выйдет, конечно. Но сложно, сложно. Сложно. Витя! Так, Нива теперь. Ну, сложный подъем. Он там с неровностями. Да, да. Ну, судя по тому, как Геленваген ехал, то... Не, Ниве сложно. Тут, я думаю, не заедет. Хотя... Не, нереально. Там большой перекос. Видите? А, нет, тут камни какие-то. Тут какие-то камни. Почти, ну. УАЗ попробует сейчас. УАЗ. Ну, вот там непреодолимое место, диагоналка. Тут какие-то камни, осторожно, бетон какой-то, видишь, вон, чтобы колеса не пробить. Так, УАЗ, вторая попытка. Пробует на коксе. Нива не останавливается. Красавчик, заехал. Нива заехал. Думаю, у вас должен зайти 602 мотором. Хотя вес. Да. Подожди, подожди. Видите, даже Лёнь. Сложно УАЗу. Думаю, не подымется. Не может зацепиться. Самурай опять. Так, близок был к перевороту. Близок к перевороту. Колесо оторвалось, переднее левое. И стоит в опасной позиции. Отъезжай назад. Да, лучше подтянуть. Близки были к опрокидыванию. Так, УАЗ продолжает пытаться заехать. Не получается. Сейчас Леню подтянет, чтобы не опрокинулся. Чуть-чуть сейчас может быть. Thank you.
Правее! 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 Право, право! Должен заехать без штурмана. Штурман там очень прилично весит. Не Юля. Сука. Чуть не заехал. Лёня, я снимаю, можешь исполнять. Лёня, хотя бы раз перевернись, что ты за человек, ёлки-палки. Целый день тебя в кадре держим. Понижайку включи, полный включай. Так, ну Лёня продолжает. Чуть-чуть не хватает. Пытался задавить дельфина. Как жизнь его раскорячила, да? Да вот сюда его, отсюда заехали, отсюда его подтянули. Саня, Саня, делаем штурмана мечты. Саня, давай быстрее! Саня, давай, идешь на победу, Саня! Что-то у него ноги уже не те. Да, сложное место. Так, я по следам Лёни. Подожди, тут камера, не надо. По следам Лёни. Витя, стой! Витя, где ты? Так, остальные по классическому маршруту. Он проходит вон он внизу, там кого-то даже видно. Поедем. Так, мы внутри, там? Внутри болида. Да ладно, ну да. Ну там вот сбоку? Ну, наверное, я, ну, скорее всего. Я так, говорю, как? Он как? Он здесь заехал. Вот, он здесь поднялся. Да. Сам, Витя, так. Витя. А. Страшно, темно, холодно. И хочется писать. Да, а что ты ко мне сел, если тебе хочется писать? Чего сел к тебе? Привык, потому что. Так, мы правильно едем? А, тут жесткий спуск. Осторожно.
У этого фаркоп может обойтись дороже радиатор. В это время обычно мы уже домой едем в противоположном направлении. Так, а вон, смотри, как красиво все едут. Да, какие дела. А ну чуть-чуть влево поверни, чтобы я сфоткал. Дай, Руслан, я не могу. Неплохо идем. Немножко страшно. Но моча пока с нами, да? Немножко страшно. Я еще и мачету дома оставил. Ох, елки. Да ты что, Витя, блин, выключи свет. Это ежик. Это не ежик, это газель пьяная лежала. Подыми. Потуши свет, ни хрена не видно. Еханый бабай. Ты ж заслепил Вилли себе, блин, пилота и штурмана. Надо их брать себе. Да, да, они жесткие. Переписываем в наш клуб, мега экстремал клуб называем, да? Потому что лайдовики эти, как их, ролисты, рядовики, это не то. Давай, валим. Кордон уже близко, мы уже... Почти. Захар тут взлетал. Помнишь, ты тут взлетал? Конечно. Ё-моё, Захар, блин, Захар. Блин, подожди, с карманов повыпадали мелочь у меня. Захар исполняет. Да, конечно, надо с улицы. Я куплю квадрокоптер когда-то, уже когда ближе к пенсии. И мы будем снимать такие кадры сегодня. Прикинь, какие кадры были сверху это снимать. Осторожно. Захар, держись, блин. У меня фотоаппарат зацепился. Осторожно. Тут пытаются... А, тормози, тормози. Лед, 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 Витя, лед. Знаешь песню «Лед, лед»? Да, сейчас. А кто поет? Грибников. Так. Подожди, давай еще. Так мы здесь с тобой чар помнишь, нужно подать. Да, да, Саня рубится. Я сейчас стану, Руслан, я сейчас стану что-то. Давай, давай, давай. Стоп. Его не видно отсюда. Ну давай, дальше. Блин, короче, кадры. Кадры потеряны, нет, блин. Кадры будут красивые, сейчас смотри. Вот. Вон он. Смотри. Включил Саня заднюю. Остался. Сдался, едем на кордон дальше. Ага, неплохо. Все, погнали. Банда. Режь их, режь! Да, мы можем и проехать легко сейчас. Но мы точно его не проедем. Давай. Проедем. Мы на Запорожце проехали. Да? Ну, конечно. Запорожец подготовленный был, конечно. На серьезных шинах, ну. Если там, где серьезные места, нам и направо, направо. Потому что они, если сейчас лед поломают, то нам будет тяжелее. Нет, тут льда нету. Тут сейчас... Там не лед, там... Замерзшая почва, понял? Так, валим, валим. Вся банда здесь. Маршрут выполнили в полном объеме мы сегодня. Да, да, тут налево, вот тут бородач засыпал за лупазник маленький, бедный. Да? Вот на этом месте мы сейчас. Видишь, Коля, какие выкопаны? Ага. Ну, там чуть впереди он засыпал. Давай, 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 валим. Что-то фары, да. Да, у нас проблема с фарами. Не-не, давай, держи, держи, Гастелло, держи провод. Тут творится что? Посмотри, какой тут жестячок нормальный. Хорошо, идем, блин, прогон.
про голову не забыл. Что, укачало, да? Так, идем, идем, идем. Нормально, идем так, тут может нас сбросить. Ого, слышишь, тут какие-то жесткие крены. Образ... Да, нас сбросит по-любому. Не-не-не, Витя, не надо. Не надо сброс нам. Сейчас покушаем, потом пусть сбрасывает. Да, покушаем. А что с едой у нас? У меня два печенья осталось. Да, все, финишная прямая. Мы на кордоне. О, хватило тяги. Подожди, да отпусти его, чтобы разгон был. Фары, светомузыка. Дискотека 80-х. Места шикарные просто. Просто шикарные. И днем, и ночью они прекрасны здесь. Тем более зимним вечером мы практически на месте. День 48. Пора. Макс ответственный за костер. Вот и лагерь. Горки. Месте, да? Горки есть, да, да, это место. Ты тут был. Это одно из немногих мест, где ты был. Вот тут. Все, паркуйся. Слева паркуйся. Приехали. Паркуйся слева. Сейчас я красиво сделаю. Давай. Осторожно, в лобовую идет Нива. Нива в лобовую идет. Видишь, говорил, паркуйся, прохлопал место. Так, мы на месте. Что ты хочешь? Страп. Нет. Стропы нету, я ж пешком. Ты на машине, ее нет. Есть всегда, у меня даже в бэхе лежит. Вот в бэхе мы всегда. А. Матрас мой, вот он, на котором меня сжигали. Кровать. Вот это историческое место. Красота, в общем. Фары горят, все хорошо. БУ просто.